Всем привет, с вами обзор времени, и сегодня у нас на обзоре Casio Edifice номером модели EFR-102D-1A. Коробка здесь самая обычная, которую нужно достать с белого вкладыша, открыть и увидеть уже наши часы. Вот так простенько выглядит данная моделька. Давайте немножко поговорим. Как вы видите, все части корпуса и ремешка выполнены из нержавеющей стали. Металлический безель, металлический корпус, ремешок. И вот такая хорошая у нас застежка с фиксаторами по бокам. Раскладная застежка. Вот. Водонепроницаемость у данной модели 100 метров. О чем свидетельствует запись на задней крышке. У этой модельки всего лишь одна физическая кнопка справа сверху и одна у нас коронка. Что касается циферблата, то он у нас совсем не загруженный, так сказать, голый. Имеется только окошко для отображения числа и дня недели. Настройка этих часов более чем простая. Один щелчок, достаем коронку, настраиваем день недели, крутим в обратную сторону, настраивается число. Все настраивается очень быстро и четко. Достаем коронку на два щелчка и переходим к настройке текущего времени. Так скажем, особенность этой модельки – это диодная подсветка. Нажимаем на привычную уже нам кнопочку и снизу видим, как у нас начинает подсвечивать диод. Время при такой подсветке различимо на часах. Также в дополнение на стрелках есть светомасса, которая позволяет разглядеть время в темноте. Но, к сожалению, на отметках часов светомассы такой нету. Но это не критично. Моделька довольно-таки симпатичная, стоит она около 90 условных единиц. Ну, мне она, скажу, точно нравится. Размеры у нее средние, толщина около 12 мм, корпус с размером 52 на 44 мм. Поэтому, если вам такая моделька нравится, то, конечно же, покупайте. А если вам понравился сегодняшний обзор, то подписывайтесь и ставьте лайк. До встречи!